встречали уже таких людей? Habt ihr solche Menschen schon gesehen? Они говорят, ты знаешь, я тоже верю в Бога. Und auf einmal behaupten sie, ich glaube doch auch an Gott. Но я верю по-своему. Aber ich glaube so, wie ich glaube. Апостол Иаков говорит, что и бесы веруют и трепещут. Denn weiter spricht der Jakobus, auch die Dämonen, die Teufel heißt es auch in einer Übersetzung, die glauben auch, aber sie fürchten sich. Называется и сам Сатана, и весь демонический мир, он верит, что есть Бог. Es sieht also so aus, dass der Teufel und sogar die ganze dämonische Welt glaubt, dass Gott existiert. Но они противятся Богу. Aber sie widerstreben ihm. Дерево доброе приносить плоды худые. Es kann kein guter Baum böse Früchte bringen. И не может худое дерево приносить плоды добрые. Und ein böser Baum kann keine guten Früchte bringen. К категории людей мы бы отнесли самих себя. Zu welcher Kategorie von Menschen würden wir uns selber einschätzen? К верующим в Бога по-своему, Menschen, die an Gott glauben, so wie es ihnen gefällt, или к верующим в Бога по Евангелию и учению Иисуса Христа. Oder Menschen, die nach dem Evangelium, nach der Heiligen Schrift an Gott glauben. Когда земля встречается с луною, и звезды зажигаются вдали, Отец Небесный, снова я с тобою, к тебе я поднимаюсь от земли. Чем ближе небеса, тем тише ветры, сильнее и ярче свет любви твоей. Чужие и далекие планеты мне кажутся и ближе, и родней. Где-то там в сиянии солнечном ждет меня небесная родина, город мой, тобою построен и ждет меня. Ждет тебя там вовек, горе забудется навсегда, бури улягутся, новый мир, прекрасный, радостный, родина там моя. Она однажды в детстве мне приснила, небесную страну, где я родилась, где вечно буду жить без счета дней. Никто и никого там не боится, там нет детей голодных и больных, нет стражников, нет узников в темницах, нет нищих вдоль широких мостовых. Где-то там в сиянии солнечном ждет меня небесная родина, город мой, тобою построен и ждет меня, ждет тебя там навек. Горе забудется навсегда, бури улягутся, новый мир, прекрасный, радостный, родина там моя. Там конец житейским скитаниям, там конец борьбе и страданиям, только в ней во всех испытаниях верной быть. До конца ждет меня в сиянии солнечном вечная небесная родина, буду там
всеми спасенными славить вовеки Творца. Мир вам, дорогие братья и сестры. Friede sei mit euch, liebe Geschwister. В это воскресное утро. An diesem Sonntag Gottesdienst. Я очень рад приветствовать всех вас. Bin ich froh, euch alle begrüßen zu dürfen. В этом собрании здесь на этом месте. In dieser Versammlung, an diesem Platz. Слава Богу. Preis sei dem Herrn. Это особые минуты, которые дает нам Бог. Das sind ganz besondere Minuten, die der Herr uns schenkt, которые мы по-настоящему, die wir einstmals в нашей жизни оценим, in unserem Leben wahrhaftig einschätzen werden, когда братья и сестры мы будем один на один, wenn wir eins zu eins с Господом, mit dem Herrn, и Бог будет оценивать и взвешивать нашу жизнь. Sein werden, wenn der Herr unser Leben auf die Waage legen wird. Будьте уверены, друзья. Liebe Freunde, ihr sollt euch dessen bewusst sein, о этих драгоценных минутах, dass diese teuren Minuten, о возможностях, которые Бог нам дарует, und von den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, быть в собрании народа Божия, in der Gegenwart des Volkes Gottes zu sein, в присутствии Господа, который сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. In der Gegenwart Gottes, denn der Herr selber hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Мы никогда в нашей жизни жалеть не будем. Diese Minuten, diese Momente werden wir niemals in unserem Leben bereuen. Потому что Бог, denn Gott, расставляя приоритеты в нашей жизни, während er in unserem Leben die Prioritäten einstellt, он поставил вот то, что мы сегодня имеем, hat er das, was wir heute haben, во главу всего в нашей жизни, als Haupt allem in unserem Leben hingestellt. Он сказал, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Denn er sprach, suchet als erstes das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, trachtet danach. А все остальное приложится вам. Und alles andere wird euch zukommen. И когда главное в нашей жизни остается главным, und wenn das Wichtigste in unserem Leben am wichtigsten bleibt, и второстепенное остается второстепенным, und das Zweitrangige wirklich als zweitrangig bleibt, то, друзья мои, мы никогда не останемся в проигрыше. Dann bleiben wir niemals als Verlierer zurück. Я говорю об этом объективно. Ich möchte darüber objektiv sprechen. С точки зрения, как Бог смотрит на нашу жизнь. Aus der Perspektive Gottes, wie er unser Leben betrachtet. Потому что мы можем о нашей жизни говорить субъективно. Denn von unserem Leben können wir subjektiv sprechen. Каждый может рассуждать о своей собственной жизни с той позиции, в которой он находится. Jeder kann nur aus seinem Leben, sein Leben aus der Perspektive betrachten, aus seinem eigenen Ich. Но будь уверен, дорогой брат, дорогая сестра, aber teure Bruder, teure Schwester, du sollst dir dessen sicher sein. Дорогой друг, дорогой слушатель, может быть, в первый раз в нашем собрании. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, lieber Zuhörer. Не всегда так будет. Es wird nicht immer so bleiben in deinem Leben. Будь уверен, что и это служение когда-то в твоей жизни пройдет. Du sollst wissen, dass auch dieser Gottesdienst wird irgendwann mal in deinem Leben zu Ende gehen. И ему осталось, может быть, минут 20-30. Vielleicht werden nur 20-30 Minuten verfliegen. Я говорю о сегодняшнем служении. Ich spreche von dem heutigen Gottesdienst. И оно уже
останется у нас в прошлом. Und das wird dann auf einmal in der Vergangenheit bleiben. Какой отпечаток оно оставит в нашей жизни? Was für eine Spur es in unserem Leben hinterlassen wird? Что оно принесет тебе и мне? Was wird es dir und mir bringen? Дорогие братья и сестры, будет зависеть от нас. Liebe Geschwister, das hängt von uns ab. От каждого из нас лично. Von jedem im Einzelnen. Но Бог желает, чтобы мы из этого могли извлечь для нас полезное. Aber möchte, dass wir aus diesem Gottesdienst etwas Nützliches für uns rausholen. Поэтому мы будем благодарить Бога. Darum lassen uns Gott danken dafür. И будем дорожить этим временем, которое дарует нам Бог. Und diese Zeit auskaufen, die wir heute haben. Я уже не раз говорил. Ich habe mich schon oft wiederholt. Если бы, друзья мои, wenn meine Freunde, люди, которые уже ушли из жизни, die Menschen, die irgendwann mal das Leben schon verlassen haben, die schon tot sind, имели бы возможность поменяться с кем-то из нас, nur einmal die Möglichkeit hätten, mit jemandem von uns zu tauschen, хотя бы на несколько мгновений, zumindest für einige Augenblicke, я говорю о тех, кто ушел из жизни не в мире с Богом. Ich rede von den Menschen, die die Welt verlassen haben, die gestorben sind, ohne Frieden mit Gott zu haben. Для которых поезд ушел и безвозвратно. Für die der Zug schon abgefahren ist und ohne Wiederkehr. И уже нельзя ничего изменить. Und man kann nichts mehr verändern. Они бы рады были занять вот это место здесь. Sie wären froh, euren Platz einzunehmen. И выбежать сюда вперед, как сделал это Коля сейчас. Und nach vorne rauszukommen, so wie es Nikolai gerade gemacht hat. И сказать, братья и сестры, друзья, или как это выразить. Und hätte vielleicht gesagt, Brüder, Schwester, Freunde, egal wie man das ausdrückt. Помолитесь за меня. Betet für mich. Я хочу покаяться. Ich möchte Buße tun. Пусть Бог мне все мое прошлое простит. Gott soll mir meine ganze Vergangenheit vergeben. Но мы знаем, что мы живем один раз на земле. Wir wissen aber, dass wir ein einziges Mal leben in dieser Welt. И для каждого из нас. Und für jeden von uns. Бог определил определенное время. Hat Gott eine bestimmte Zeit gegeben. И всем нам равно. Und gleich für jeden einzelnen von uns. Дано в распоряжение 24 часа в сутки. Sind täglich 24 Stunden zur Verfügung gestellt. Что мы с этим делаем? Was wir daraus machen? Куда мы это расходуем? Wohin werden wir es verschwenden? Это дано каждому из нас в распоряжение. Das ist jedem Einzelnen zur Verfügung gestellt. Бог дал нам на это право. Gott hat uns dazu das Recht gegeben, es zu nutzen. Но будем помнить. Aber wir werden dran erinnert. Он будет требовать от каждого из нас отчет. Er wird von jedem Einzelnen von uns Rechenschaft fordern. Поэтому Библия говорит. Darum spricht auch die Bibel. Не будьте нерассудительны. Seid nicht unvernünftig oder tor. Но познавайте, что есть воля Божья. Sondern erkennet, was der Wille Gottes ist. Да, воля Божья благая, угодная и совершенная. Der Wille Gottes ist heilig, er ist wohlgefällig und er ist vollkommen. Ну хорошо, друзья, я хочу теперь предложить нам текст из Священного Писания. Geschwister, ich möchte uns einen Text vorschlagen aus der Heiligen Schrift. Я уже немного сказал о времени. Ich habe schon ein bisschen über die Zeit gesprochen. О важности времени. Über die Wichtigkeit der Zeit. Значение времени, которое мы имеем. Über die Bedeutung der Zeit. Премудрый Соломон сказал. Der weise Salomo hat gesagt. Всему свое время. Alles hat seine Zeit. И мы имеем тоже свое время. Und wir haben ebenfalls unsere Zeit. Я открою книгу пророка Исаию. Ich möchte aufschlagen den Propheten Jesaja. 55 глава. 55. И желаю прочитать с 6 стиха. Ab 6. Vers. Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои,
и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Suchet den Herrn, solange zu finden ist. Rufet ihn an, solange nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Посмотрите, друзья, liebe Freunde, schauen wir mal, в каком контексте или в какой связи Бог обращается к людям со словом «Ищите Господа, когда можно найти Его». In was für einem Zusammenhang spricht Gott jetzt hier, in was für einem Kontext spricht Gott zu den Menschen, suchet den Herrn, solange zu finden ist. Он говорит, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Spricht, der Gottlose lasse seinen Wege, und der Übeltäter seine Gedanken, und bekehre sich zum Herrn, so wird sich seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Мы видим, что здесь Бог обращается, оказывается, к особой категории людей. Wir sehen, Gott spricht hier zu einer ganz besonderen Menschen. И это та категория людей, которая еще Бога не нашла. Das sind die Kategorie von Menschen, die Gott noch nicht gefunden haben. И Библия характеризует, вдаваясь в подробность, говоря, кто это и, ну, да, кем они являются пред Богом. Die Bibel geht sogar ins Detail und tut die Menschen charakterisieren und sagt, wer sind diese Menschen vor Gott? Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Der Gottlose lasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird sich seine erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Прежде нежели говорить об этом, я бы хотел просто, ну знаете, спросить всех вас. Bevor wir weitersprechen, möchte ich euch alle mal fragen. Вы встречали уже таких людей? Habt ihr schon Menschen getroffen, которые по жизни своей, die nach ihrem Leben, ну, ведут такой образ, solch eine Art des Lebens, ein Stil des Lebens führen, что смотря на них, ну никак нельзя их отнести к тем, которые нашли Бога. Man kann sie niemals mit solchen Leuten vergleichen, die Gott wirklich gefunden haben. Но когда с ними заговоришь о Боге, aber wenn man mit ihnen spricht auf einmal über Gott, они говорят, Бог у меня в сердце. Und dann sagen sie auf einmal, ja, Gott ist bei mir im Herzen. Встречали уже таких людей? Habt ihr solche Menschen schon gesehen? Они говорят, ты знаешь, я тоже верю в Бога. Und auf einmal behaupten sie, ich glaube doch auch an Gott. Но я верю по-своему. Aber ich glaube so, wie ich glaube. Понимаете, и эта вера по-своему, und dieser eigenständige Glauben, она как раз и говорит в пользу того, das spricht gerade darüber, кто живет и верит по-своему. Wer lebt und wer glaubt, so wie es ihm gefällt. Но не так, как предписывает нам Слово Божие. Aber nicht so, wie die Schrift uns vorschlägt. Так, как учит Евангелие. So wie das Evangelium uns lehrt. Не, но эта вера, действительно, вера по-своему. Aber nein, dieser Glaube, den diese Menschen haben, der ist wirklich so eigenständig. Ist auf sich selbst beruhend. Но Бог желает, чтобы наша вера в Него, aber Gott möchte, dass wir einen Glauben haben an ihn, подтверждалась нашей жизнью. Und dass dieser Glaube auch bestätigt wird durch unser Handeln, unser Leben. Потому что сам Иисус Христос сказал. Denn selbst Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat gesagt, всякое дерево узнается по плоду. Dass jeder Baum nach seiner Frucht erkannt wird. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Es kann kein guter Baum böse Früchte bringen. И не может худое дерево приносить плоды добрые. Und ein böser Baum kann keine guten Früchte bringen.
Вот так и с нами, друзья. Genau so ist es auch mit uns, liebe Freunde. Я бы хотел сегодня обратиться ко всем нам. Ich möchte mal zu uns alle dieses Wort richten. Какой категории людей мы бы отнесли самих себя? Zu welcher Kategorie von Menschen würden wir uns selber einschätzen? К верующим в Бога по-своему? Menschen, die an Gott glauben, so wie es ihnen gefällt? Или к верующим в Бога по Евангелию и учению Иисуса Христа? Oder Menschen, die nach dem Evangelium, nach der Heiligen Schrift an Gott glauben? В этом есть большая разница. Das ist ein großer Unterschied. И прежде, нежели об этом говорить, Und bevor wir weiter darüber sprechen, я уже до этого сказал, я бы хотел о этих вещах говорить не субъективно, а объективно. Ich möchte von aus diesen diese Sachen betrachten nicht subjektiv, sondern objektiv. Как Бог смотрит на нас. Wie Gott von der Seite auf uns schaut. Как Бог смотрит на нашу жизнь. Wie Gott von der Seite auf unser Leben betrachtet. Потому что в настоящее время много верующих. Denn in dieser heutigen Zeit gibt es viele gläubige Menschen. Но апостол Иаков говорит. Aber Jakobus, der Apostel, sagt, хочешь ли знать неосновательный человек? Willst du, Mensch, der du vergänglich bist, wissen, что вера без дел мертва, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Хочешь ли знать человек, я говорю своими словами, möchtest du, Mensch, wissen, sagst du meine Wörter? Далее апостол Иаков говорит, что и бесы веруют и трепещут. Denn weiter spricht der Jakobus, auch die Dämonen, die Teufel heißt es auch in einer Übersetzung, die glauben auch, aber sie fürchten sich. Оказывается, и сам сатана, и весь демонический мир, он верит, что есть Бог. Es sieht also so aus, dass der Teufel und sogar die ganze dämonische Welt glaubt, dass Gott existiert. Но они противятся Богу. Aber sie widerstreben ihm. И даже Библия говорит, верят и трепещут. Und die Bibel sagt sogar, dass sie glauben und zittern. Зная свой конец. Und denn sie kennen ihr Ende. Видите, какая разница между верующим и верующим? Wisst ihr, solch ein Unterschied ist zwischen Gläubigen und Gläubigen. Верующим по-своему и верующим по Евангелию. Einem Gläubigen, der glaubt, wie es ihm passt, oder einem, der glaubt nach dem Evangelium. Братья и сестры, Бог будет спрашивать за нашу веру и за нашу жизнь. Liebe Geschwister, Gott wird von uns Rechenschaft geben, von uns Rechenschaft fordern wegen unserem Leben, wegen unserem Glauben. Не по тому, как нам это казалось правильным. Nicht wie wir es eingeschätzt haben, wie es richtig ist. Но так, как Бог это считал. So wie, sondern wie Gott es für richtig hielt. Поэтому нам стоит проверять и ориентироваться. Und darum müssen wir uns prüfen und uns danach orientieren. Испытывать себя. Sich selber prüfen. Верили мы. Ob wir im Glauben stehen. Действительно ли наша жизнь соответствует Евангелию? Ob unser Leben dem Evangelium entspricht. И по этой причине Und nach diesem Grund, Бог обращался и обращается сегодня richtet sich Gott, oder hat sich Gott gerichtet und richtet sich Gott heute wieder, искать его, когда можно найти, an uns, dass wir ihn suchen, wenn es Zeit ist, ihn zu finden, призывать его, когда он близко, dass wir ihn anrufen, solange nahe ist, и оставлять нечестивый путь, Und dass wir den gottlosen Weg verlassen, оставлять свое беззаконие, und die Gottgesetzlosigkeit verlassen, обратиться к Богу, и Он помилует нас, sich an Gott zu wenden, und wird uns begnadigen. Да, это так. Es ist so, wahrhaftig. И Бог желает, чтобы это было, ну так скажем, первостепенным в нашей жизни. Gott selbst möchte, dass das an allererster Stelle steht in unserem чтобы Leben. Чтобы это было главным в нашей жизни. Dass es das Wichtigste ist in unserem Leben. Мы можем многое в нашей жизни успеть, друзья. In unserem Leben können wir vieles schaffen. Но самое главное. Aber das Wichtigste. Не сделать.
nicht tun. На самое главное у нас может не хватить времени. Und auf einmal werden wir für das Allerwichtigste keine Zeit mehr haben. Мы можем к самому главному термину нашей жизни опоздать. Wir können zu spät kommen für den wichtigsten Termin in unserem Leben. Да. Ja. У Бога для всего в нашей жизни Gott hat für alles in unserem Leben отмерено время. Eine bestimmte Zeit eingeplant. Если мы Und wenn wir этим в нашей жизни пренебрежим, das in unserem Leben verwerfen, то с нами может случиться, как с тем дедушкой, о котором я уже рассказывал. Dann passiert es vielleicht mit uns genauso wie mit diesem Opa, von dem ich schon mal gesprochen habe, который так спешил на вокзал, der sich so beeilt hat, den Zug zu erwischen, и все-таки не успел. Egal wie gerannt hat, ist zu spät gekommen. Поезд ушел. Und der Zug ist weggefahren vor seiner Nase. Видя это, молодой человек подходит к нему и говорит: Ein junger Mann, der das beobachtet hat, kam zu ihm und sagte: Дедушка, вам надо было чуть-чуть быстрее бежать. Opa, du solltest schneller laufen. А дедушка отвечает ему, говорит: Молодой человек. Der Opa antwortet ihm: Junger Mann, мне надо было чуть раньше начать бежать. Ich müsste früher anfangen zu laufen. Чуть-чуть раньше. Ein bisschen früher. Так бывает в нашей жизни. Das passiert so in unserem Leben. Мы можем опоздать на самое главное. Wir können zu spät kommen für das Wichtigste in unserem Leben. И нам все это второстепенное уже не нужно будет. Und dieses Zweitrangige wird uns dann nicht mehr interessieren. Поэтому Бог работает с нами. Und darum arbeitet Gott mit uns. Не в интересах временной жизни. Nicht mit den, also er arbeitet uns im Lichte der Ewigkeit, nicht in die, in, im Lichte dieser jetzigen Zeit. Хотя я об этом уже говорил, что и это Obwohl ich schon darüber gesprochen habe, auch das ist нам необходимо, и Бог заинтересован в том, чтобы мы имели благополучие. Und Gott hat sogar daran ein persönliches Interesse, dass wir Wohlgefallen haben in unserem Leben. Но Бог работает с нами в интересах вечности. Aber Gott arbeitet mit uns im Lichte der Ewigkeit. Он сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Er spricht sogar, was für einen Nutzen hat der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt? А душе своей повредит. Aber seine Seele, an seinen Seele nimmt er Schaden. Если он многое в своей жизни искал. Wenn dieser Mensch viel gesucht hat in seinem Leben. И вот вы знаете, и нашел. Und dann auf einmal findet er es. Опять поставил в своей жизни что-то и начал к этому стремиться и опять достиг. Dann stellt er wieder vor sich ein Ziel und dann erlangt er es wieder. Опять искал и опять нашел. Dann sucht er wieder etwas und findet es wieder. Но вот вы знаете, самое главное он не искал. Aber das Wichtigste hat er niemals gesucht. И это был Бог. Und das war Gott. И его в своей жизни не нашел. Und in seinem Leben hat er diesen Gott nicht gefunden. А ведь это было первостепенное. Obwohl das Allerwichtigste war. Это было самым главным. Das war das, was auf dem ersten Platz steht. Но он не нашел для этого времени. Aber er hat dafür keine Zeit gefunden. Я не так давно проповедовал на похоронах. Vor kurzem habe ich auf einer Beerdigung gesprochen. Где ушел из жизни молодой человек. Ein Mensch ging ins ewige Leben über. И я думаю, что ни он, ни жена его, ни родственники. Ich denke weder seine Frau noch seine Verwandten, sogar er hat es nicht erwartet. Никогда не думали, что вот можно сказать, на самом таком интересном этапе жизни прервалась его жизнь. Dass sein Leben gerade an dem Moment zu Ende geht, wo es gerade interessant wird. Человек не так давно женился. Der Mensch ist vor kurzem in die Ehe getreten. Родили двоих детей. Hat zwei Kinder gezeugt. 26 лет. 26 Jahre alt. И жизнь прервалась. Und dann ist das Leben aus. Вы знаете, как хорошо. Aber gut ist es, когда вот такое случается с людьми, и они были в мире с Богом. Wenn das mit den Menschen passiert, wenn sie im Frieden mit Gott sind. Но как ужасно, когда такое происходит. Aber wie schrecklich ist es, wenn es mit Menschen passiert. И человек не был в мире с Богом. Die keinen Frieden hatten mit Gott. Поэтому, друзья, нам нельзя этим вопросом пренебрегать. Darum, Freunde, diese Frage sollen wir nicht vernachlässigen. И там на похоронах мне предложили слово. Und dort bei der Beerdigung hat man mir das Wort angeboten.
И я вспомнил этот пример, который уже тоже вспоминал в этом собрании. Und ich habe mich schon auch an dieses Beispiel erinnert, das ich auch schon öfters hier erwähnt habe. Но хочется мне его еще раз напомнить. Aber ich möchte es noch einmal uns alle dran erinnern. Может быть, кто-то, услышав это, vielleicht, wenn jemand das zum ersten Mal hört, сохранит это в сердце своем. Kann er das im Herzen behalten? И соответственно этого, und dementsprechend, сделав вывод, einen Entschluss fassen. Она идет Бога. Und Gott finden. Вы знаете, рассказывает об одном пожилом человеке. Über einen älteren Person, über einen älteren Mann wird gesprochen. Жизнь которого уже приходила к концу. Dessen Leben schon zum Schluss kam. Это был верующий человек. Das war ein gläubiger Mensch. И его решили посетить служителя. Und es kamen Diener Gottes zu ihm. Которые хотели с ним еще побеседовать и за него помолиться. Die wollten mit ihm noch ein Gespräch führen, für ihn beten. Может быть, у него еще есть что-то сказать. Vielleicht hat er noch etwas zu beichten, etwas Может, zu sagen. Может, он желает в чем-то покаяться. Vielleicht will er für etwas Buße tun. Ведь это важно. Denn das ist ja wichtig vor dem Tod. Они приехали к нему и стали с ним беседовать. Die Diener Gottes, die kamen zu diesem Mann. И когда они его стали спрашивать, может быть, у тебя есть желание в чем-то покаяться? Sie sprachen mit ihm und fragten ihn, hast du vielleicht einen Wunsch, in irgendetwas Buße zu tun? Мы за тебя помолимся. Wir werden für dich beten, чтобы Бог приготовил тебя. Damit Gott dich vorbereitet. И он сказал такую красивую фразу, которая мне так запомнилась, и она мне нравится. Und dann hat er etwas, einen interessanten Ausdruck benutzt, das gefällt mir so. Я бы хотел, чтобы оно и в моей жизни осуществилось. Und ich möchte, dass es auch in meinem Leben so wird. Он сказал им, братья, er hat gesagt, Brüder, я мою крышу накрыл, ich habe mein Dach gedeckt, когда еще солнце светило. Als die Sonne noch schien. Как красиво, правда? Es ist interessant. Как хорошо. Gut. Блажен человек, который на склоне дней своих. Selig ist der Mann, der am Abend seines Tages sagen kann. Может так сказать. Und das von sich behaupten kann. Я мою крышу накрыл, когда еще солнце светило. Mein Dach habe ich gedeckt, als die Sonne noch schien. Когда еще был, может быть, юным. Als er vielleicht noch jung war. Молодым, ревностным. Und vielleicht war er eifrig. Посвятил мои годы Господу на служение. Seine Jahre dem Herrn als Dienst geweiht. Apostel Павел, der Apostel Paulus, который, ну, просто говорит о себе, der von sich behauptet, что девизом его жизни было «Жизнь для меня Христос, а смерть приобретение», hatte eine Devise im Leben, eine Einstellung, dass sein Leben ist Christus und der Tod ist ein Gewinn. Вы знаете, когда его жизнь пришла к концу. Und als sein Leben zu Ende kam, он сказал такие слова. Hat er folgendes gesagt. Время моего отшествия настало. Die Zeit meiner Heimkehr ist gekommen. Течение совершил. Ich habe den Lauf vollendet. Веру сохранил. Den Glauben bewahrt. А теперь готовится мне венец правды. Und jetzt wird mir die Krone der Gerechtigkeit vorbereitet, который даст мне праведный судья, der mir der gerechte Richter geben wird, в день онный, an dem verheißenen Tag, и не только мне, und nicht nur mir allein, но и всем возлюбившим явление Его, sondern allen, die seine Herrlichkeit liebgewonnen haben. Слава Богу! Слышите, братья и сестры? Geschwister, hört ihr das? Апостол Павел говорит не только мне, der Apostel Paulus sagt, nicht nur mir, но всем возлюбившим явление Его. Sondern allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Если нашей жизнью будет Иисус, wenn in unserem Leben Jesus Christus sein wird, то и смерть для нас будет приобретением. Dann wird auch der Tod ein Gewinn sein. Переход из этой жизни
вечную жизнь. Ein Übergang aus diesem Leben ins ewige Leben. Этого бы я всем сегодня пожелал. Und das wünsche ich uns allen. Да благословит Господь. Gott soll euch segnen. Кто еще не нашел Господа, ищите Его. Wer den Herrn noch nicht gefunden hat, ihr sollt ihn suchen. Когда можно найти Его. Solange ihr die Zeit habt. И призывайте Его, когда Он близко. Rufet ihn an, solange er nah ist. Помните, что не всегда так будет. Ihr sollt euch daran erinnern, es wird nicht immer so sein. А теперь мы будем молиться. Jetzt werden wir beten. Может, в нашем собрании есть личности, которые желают примириться с Господом. Vielleicht gibt es in unserer Versammlung Menschen, die sich mit Gott versöhnen wollen. Которые желают искать Господа. Die den Herrn suchen wollen. Желают Его найти. Die ihn finden wollen. Вы можете пройти сюда вперед, мы за вас помолимся. Ihr könnt nach vorne kommen, für euch wird gebetet. Да благословит Господь вас. Gott soll euch segnen. Да соделает Он этот день памятным днем вашей жизни. Er soll diesen Tag als ein Tag der Erinnerung sein. Аминь, братья и сестры. Amen. Будем молиться. Lasst uns beten. Когда земля встречается с луною, и звезды зажигаются вдали, Отец Небесный, снова я с тобою, к тебе я поднимаюсь от земли. Чем ближе небеса, тем тише ветры, сильнее и ярче свет любви твоей. Чужие и далекие планеты мне кажутся и ближе, и родней. Где-то там в сиянии солнечном ждет меня небесная родина, город мой, тобою построенный ждет меня, ждет тебя там вовек. Горе забудется навсегда, бури улягутся, новый мир, прекрасный, радостный, родина там моя. Она однажды в детстве мне приснилась, и с той поры я вижу все ясней. Небесную страну, где я родилась, где вечно жить без счета дней. Никто и никого там не боится, там нет детей голодных и больных, нет стражников, нет узников в темницах, нет нищих вдоль широких мостовых. Где-то там в сиянии солнечном ждет меня небесная родина, город мой, тобою построенный ждет меня, ждет тебя там навек. Горе забудется навсегда, бури улягутся, новый мир, прекрасный, радостный, родина там моя. Там конец житейским скитаниям, там конец борьбе и страданиям, только в ней во всех испытаниях верной быть до конца ждет меня. В сиянии солнечном вечная небесная родина, буду там со всеми спасенными славить вовеки Творца.